Как рожавший человек, не понимаю, зачем доула? Это побор денег. Я хочу, чтобы вы это услышали. Это один из комментариев, который мне оставили на моем YouTube-канале. Он шикарен. Читаю. Как рожавший человек, не понимаю, зачем доула? Это побор денег. Денег мне. А схватки можно вполне пережить с обычным морфином. А вот это уже серьезное заявление, мимо которого я пройти просто не могу. Во-первых, с морфином можно пережить все что угодно, и не только свои роды. Ну а во-вторых, морфин в родах не применяется, так как он может вызвать угнетение дыхания ребенка. И не обязательно для этого скакать по комнате под музыку и купаться в джакузи. Так может быть обязательно в избежании прямого попадания тяжелого наркотика прямиком к ребенку. А от потук и разрывов это точно не спасет. Ну, вообще-то есть профилактика. Написала ее под этим рилсом.